С момента, как в Минске ввели масочный режим, прошли сутки. Мы спросили у минчан, что они думают о нововведениях и как за это время изменился их уклад жизни. Когда увидели вчера масочный, я считаю, что это нужное дело. Если ты болен, ты не можешь заразить другого, если ты, у тебя маска. И когда у другого человека маска, то же самое, что они все-таки защищены. Ну, на мой взгляд, обязательно введение масочного режима, полностью его поддерживаю, потому что все-таки как-никак вторая волна коронавируса нас накрыла. Маски должны быть и у детей, и у взрослых, прежде всего в общественных местах. Нужно беречь себя и своих близких, и окружающих людей. Я ношу маску в общественных местах, на улице. В принципе, маской я пользуюсь с самого начала возникновения коронавируса. Ну, я для себя решил, что это нужно в первую очередь мне. Каждый сам для себя определяет необходимость, но я считаю, что это как один из шагов, который помогает обеспечить безопасность и свою, и окружающих людей. Ну, это же предохраняет нас, для нашего здоровья надо. Что ж, если мы себя не будем беречь, кто нас будет тут? Я сторонник за здоровье. Пусть все будет хорошо.